Ну, а зараз з нами на зв'язку ведучий оперативного штабу Дмитро Богомолов, який продовжує волонтерити. Тож, Діма, ми тебе вітаємо. Розповідай, будь ласка, яку інформацію маєш, як одесити також долучаються до допомоги і як можуть долучитися. Розповідай. Вітаю, колеги. Дійсно, усі одесити можуть долучитися до волонтерського руху. Ось зараз ми з волонтерським рухом «Бабуся Лео» приїхали до олімпійської чемпіонки з волейболу 80-го року Олена Соколовська. Ми зайшли до неї додому. Ми сьогодні взагалі об'їжджаємо ветеранів. Були вже сьогодні ветеранів з боксу, у Віктора Фадєєва були. Так, спілкувалися також з ним. Олена Рабіївна, як вважаєте, наскільки сьогодні важливо підтримувати один одного? Важливо, щоб всі приєднувалися до волонтерського руху, важливо, щоб всі підтримували і Збройні Сили України, і наших ветеранів спорту, усім, кому необхідна допомога. Это действительно, это очень нужно, потому что я, как бы там ни было, то есть мы даже вот без всякого волонтерства или еще что-то, вот, например, я понимаю, что мне надо подругам позвонить, потому что сама понимаю, что чувствуешься, ну, когда вот поддержка, даже мы поговорили по-другому, вы вот сегодня заехали, это вообще классно, даже, может быть, не в этих пайках, там еще что-то, потому что, ну, так как связано с ветеранским спортом, я отвечаю за всех ветеранов, и я знаю, как им тяжело, и то есть вот я разговариваю, где-то с четырех начинаются разговоры, даже просто разговорами, ты звонишь, разговариваешь, спрашиваешь, сам получаешь большой, потому что они более опытные, они тебе начинают говорить, да ты что, Соколовская, стоять, за нами море, там, вот как-то вот так, и эта поддержка очень много значит. Плюс, действительно, вот мы сегодня говорили, даже когда по телефону я дописывала, кто у нас еще фамилия, и мы еще говорили, конечно, плюс еще, наверное, надо медицинскую. Потому что, ну, к сожалению, там большой спорт – это не здоровье. Плюс в возрасте у меня очень много, которым уже к 80, к 70, да. И у них уже букет Молдавии. Все равно какие-то есть заболевания, какие-то есть. Это индивидуально, насправді, мы собираем, яка необхідна допомога. Сегодня мне Валентина сказала, да, что будет еще вот такая помощь. Я даже вот звонила, там, например, Якову Железняку. Он говорит, Леночка, это там такое. Я говорю, Яш, ну будет дальше, ну это надо, действительно надо. Потому что я сама столкнулась перед отъездом, как здесь спина заклинила, там это то болит. И я понимаю, что опеки не работают. Там, насколько это есть, они, дай бог, что-то. То есть ты отгоняешь эту мысль, там, на всю жизнь все равно не купишь, только это хватает. Но с другой стороны, чтобы оно было, есть же кто-то на постоянных таблетках, на постоянных лекарствах, там, давление, еще что-то, которое надо постоянно принимать, правильно? Ну, не дай бог, они закончатся. То есть это классно, это супер, что вот мы можем вот так помогать друг другу, стране, людям, городу. А это, якщо да. Можна, якийсь такий секрет спортивний, саме з психологією пов'язаний, адже зараз багато разів за день ми чуємо сирену, тривога, усі спускаються до укриття. Як себе тримати дійсно в тонусі психологічному? І наскільки ось в цьому разі допомога і щось позитивне, воно допомагає взагалі існувати, допомагає, надає сили дійсно? Дуже багато додає тіла. Наверное, коли ти вот уже ти просчитав, що тобі треба робити. Плюс, наприклад, вот я узнала це, да, там, позвонила в це, позвонила Борису, позвонила Горбачову. Дівчатки, навіть якщо ми не успіваємо, ми вже нікуди не біжимо. Остаемся там, где мы есть. Но, например, правило двух стен. Ну, я к примеру, вроде мелочь, а оно все равно, оно где-то пригодится, потому что, например, звонили, когда разговаривали, там, когда в Николаеве, это чье несчастье. Вот оно, ну, спасло правило двух стен. Потому что они к вечерам перешли и ночевали через две стены, а не там, где именно попало в них. Не дай бог, пусть лучше вот эти сирены так будут, и ничего не будет, чем оно случится. Но самое главное, не нервничать, потому что очень много я друга потеряла так, что, то есть он, когда началась война, он нервничал, он в это сам, один приступ спасли, второй приступ не спасли, молодой человек. То есть не доводить, я на сегодня тоже очень боюсь, например, за своих девчонок, с кем играли, чтобы они не довели вот до этого срыва. Мы сами собой не руководим, когда это случается, правильно? То есть ты кого-то уже, да тише, спокойно, все получится, пока с тобой это не случается. И еще, насколько вы бачите, что в Украине за ось ці три тижні, поки йде війна, вже створили стільки волонтерських пунктів, центрів, усі роблять цілу мережу, насправді, тепер волонтерську. І наскільки це об'єднує людей? Це єдність, це допомога, адже за рахунок потужного тилу залежить впевненість наших захисників. Тобто я удивлена, чесно удивлена, взагалі, з іншої сторони відкривається наш народ, наші люди, наше в це. Тобто я ні в коєму випадку не говорю, хто уїхав, хто залишився, навіть не розділяю там, да, кожен рішає сам, у кого які в це саме. Но вот
эта вот сплоченность, как ты сказал, вот эта вот помощь друг другу. Я, например, выхожу, там что-то иду, говорю, о, молочки нету. Тут же соседка говорит, Леночка, ты столько помогаешь, давай я тебе куплю, я буду там, например, в Сельпо молочку куплю, да? Или там кто-то, Ленка, что там таблетки или еще что-то, другие, тебе что надо еще? Вот это вот за мою выручку, за это, то есть это очень много значит. Очень много значит. Сбили, я такую мысль потеряла. И то есть, я говорю, еще раз могу сказать, что оно настолько объединило, настолько в это. То есть сначала, вот даже я по себе знаю, сначала было вот это какие-то слезы, жалко в это. Потом ты начинаешь злиться, потом ты начинаешь искать в себе силы, что надо в это. Подождите, жизнь не заканчивается. Я еще там последний коньяк не выпила, я еще не накупалась в море. Почему я должна сейчас в это? Как вашу собаку зовут? Торик. Торик. Как тварины приносят все? Не, ну он один мужик остался. Вы что? Это ж моя охрана. 1,7 кг охраны. Еще два кота. Вот 8 кг там лежит. Так, поспитается большому. Да, не, он считает, мы выходим во двор, он считает, что вот всем стоять, отжаться, мы вышли же охранять. Не, у него ж, посмотрите на этот мужественный профиль, он тоже готов защищать. Дуже дякуємо. Отже, ми бачимо, з яким позитивним та переможним настроєм олімпійська чемпіонка Олена Соколовська. І дякуємо також за підтримку, що допомагаєте в координації та організації, тому що ми збираємо зараз дані. Передавайте також, якщо у вас є інформація про людей похилого віку, пенсіонерів, яким ця допомога необхідна, ми їх також додаємо до списку і будемо навідуватись, будемо допомагати усім, кому ми зможемо допомогти. І для цього будемо також долучати наші міжнародні федерації, різні фонди, щоб усе було для перемоги, для того, щоб Україна єдналася. І, ну, дійсно, ми бачимо, який в нас переможний дух. Друзі, вам слово.